На сегодняшний день Санкт-Петербург является одним из крупнейших городов России. Культурная столица нашей страны имеет собственный шарм. Вы это заметите, если поживете здесь хотя бы один день. И все же, у города на Неве есть трагический период своей истории – 900-дневная блокада. Если брать точные числа, то длилась она 872 дня. За это время, по официальным данным, погибло около 630 тысяч человек, хотя почти все историки утверждают, что это число можно смело умножать на 2, а то и на 3. Люди массово гибли от голода. Суточной нормой хлеба была буханка весом в 500 грамм, и это только у военнослужащих. Рабочие горячих цехов получали 375 грамм, а труженики остальных заводов только 250. Сложнее всего было детям и иждивенцам. Им было положено всего 125 грамм хлеба в день. Трудно было, потому что все время все хотели есть. Вот это был ужас. Все хотели есть, а все нормировалось. Но вот я знаю, что многие молодежь даже не верит в то, что... А ведь все продукты мы покупали в магазине по карточкам, но покупали. Нам не выдавали продукты. Все считают, что нам выдавали. Нет, мы приходили с деньгами и карточкой. Вырезался талончик, ты платил деньги и покупал. Эта минимальная норма хлеба не всегда была такой низкой. Первая прибавка произошла 25 декабря 1941 года. Считается, что это мертвые позволили прибавить граммы. В это смертное время, как его называют блокадники, от голода умирало до 3000 человек в сутки. Люди, падающие на улицах, страшнее падающих бомб. Вместе с этим жители города каждый день могли погибнуть во время бомбардировок Ленинграда. За 3 года фашистская авиация совершила 272 воздушных налета. Было сброшено 69 613 зажигательных и 4 686 фугасных бомб. Воздушная тревога длилась 702 часа и объявлялась целых 642 раза. Не стоит забывать и про артиллерийские обстрелы, когда немцы методично, сектор за сектором обстреливали город. Это было гораздо страшнее бомбежки. Мы видим кадры хроники, мы смотрим фотографии тех лет и читаем документы. Однако все равно задаешься вопросом, как? Как выживали люди в блокадном Ленинграде? Думаю, все слышали про похлебку из кожаных ремней, про студень из клея, лепешки из горчицы и про многие другие так называемые блюда-блокады. Сейчас нам все это кажется ужасным, но человек готов привыкнуть ко всему. Это ужас, но он был естественный. Это сейчас кажется такой ужас, как могли пережить. А ведь тогда это было каждый день. И поэтому уже таким ужасом внутри не считалось. Целый день занимало так. Либо ты стоишь в очереди, чтобы отоварить карточки и выкупить там хлеб или что дают. Либо ты дома должен что-то делать. Там пытаться растопить буржуйку, что-то сварить из того, что есть. И поэтому, понимаете... Ну, от этого отвлечься было трудно, потому что все время были либо обстрелы, либо бомбежки. И у всего этого есть символ, так называемая блокадная муза, поэтесса Ольга Берггольц. Ее слушал весь Ленинград во время радиоэфиров. Был день как день. Ко мне пришла подруга, не плача рассказала, что вчера... единственного схоронила друга, и мы молчали с ней до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один стуча трудился метроном, и стыли ноги, и томилась свечка, вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу слегка. Когда немного посветлело небо, мы вышли вместе за водой и хлебом и услыхали дальние канонады, рыдающий тяжелый мерный гул. То армия рвала кольцо блокады, вела огонь по нашему врагу. Ольга Берггольц жила в Невской заставе. На тот момент этот район был рабочей окраиной города. Сейчас здесь, в Палевском саду, стоит памятник поэтессе. Рядом школа номер 340. В ней находится музей «Истоки жизни. Невская застава» имени Ольги Федоровны Берггольц. В музее рассказывается не только про блокадную музу. Тут можно узнать и о жизни голодающего Ленинграда. Например, обязательным ее атрибутом были детские саночки. Их использовали не по прямому назначению. На них перевозили еду, воду, дрова и трупы людей, завернутые в белую простыню. Гробы были на вес золота. За них просили не деньги, а буханку хлеба. Еще одним символом является блокадная тарелка. Именно она позволяла людям слушать радио, в том числе и голос поэтессы Ольги Берггольц. По официальным данным, на территории Ленинграда проживало около 40 поэтов. Однако именно Берггольц стала символом блокады. Вопрос: почему? Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, одной неповторимую судьбой мы все отмечены. Мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым, не согнувшимся коленам, по пальцам, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают. Нечастой, но дружелюбной, ясной и простой, по вере в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими. Наш путь тяжел, и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшую навек, чтоб даже в будущем по ленинградцам равнялся самый смелый человек. Ольга Берггольц была первой, кто начал писать и всему городу рассказывать про подвиги не только бойцов Красной Армии, сражающихся на фронте, но и про мирных жителей, которым пришлось испытать на себе муки голода, бомбежки, артобстрелы и мучительный холод. По мнению поэтессы, именно эти люди являлись настоящими защитниками города. Они отстояли город на своих рабочих местах. Для властей Ольга Берггольц долго была незаметной, однако народ ее любил. Поэтому 3 июня 1943 года она стала одной из первых, кто получил медаль за оборону Ленинграда. Лауреаты сегодня пируют. Меня никто не позвал. Ну и не надо. Зато рабочие завода номер 34 принесли мне письмо для ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из бывших оккупированных районов. Почитаем рассказ об одной звезде, поговорю. Не надо мне правительственного почета. А вот еще один символ блокадного Ленинграда – метроном. С помощью него жители узнавали, бомбардируют город или нет. Самым желанным был именно этот звук. Он означал, что в городе все спокойно. Именно здесь, в доме радио на Итальянской улице, на протяжении всей блокады работала Ольга Берггольц. Также отсюда на весь Ленинград ораторствовали и другие известные люди. Выступали и некоторые корреспонденты, приезжавшие с фронта. Они тоже выступали. Выступал и Вишневский, я хорошо помню, когда он Всеволод, когда приезжал в город, и было Но он рассказывал о том, что делается на передовой, как, значит, наши держатся или нет. Многие именно все говорили, что держаться, держаться. Радио работало каждый день без перерыва. Условия были адскими. Людям приходилось поочередно дежурить, чтобы с помощью клещей для обезвреживания зажигательных бомб избавляться от снарядов, упавших на здание. В студии прямого эфира стали использоваться дублеры, чтобы, если диктор упал в изнеможении от голода, его бы сразу заменили, и вещание не прерывалось. Это центральное аппаратное радио. Именно сюда из студии прямого эфира приходил сигнал. Он распространялся по всему Ленинграду и за его пределы, рассказывая о том, что город жив. Все эти установки и аппараты уже давно не работают, поскольку устарели, и все же от них не избавляются. Это оборудование стоит в память о подвиге работников радио в период блокады, чтобы показать, насколько важен был их труд для жителей города. Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала: не дочитаю, помру. Правда. И потому говорила, задыхаясь, и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что помимо текста именно это исполнение и пронзило ленинградцев. Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт при этом для меня совершенно неожиданный. На другой день все говорили об этом выступлении. Всю жизнь Ольги Федоровны Берггольц можно назвать одним словом – борьба. Это величайший человек, в жизни которого было много несправедливостей и трудностей. После войны поэтесса будет бороться с властями за право сохранить музей блокады, который в 1949 году закрыли по причине неправильной идеологии. Потом она будет бороться с советской цензурой за то, чтобы в 1965 году опубликовать свой сборник стихов «Узел». И под конец жизни в своем завещании она написала, чтобы ее похоронили на Пискаревском кладбище, где в братских могилах лежат люди, не сумевшие пережить весь этот ужас. Но власти города не разрешили этого сделать. Все это лишь малая часть из жизни поэтессы. Люди навсегда запомнили ее внутреннюю, женственную силу, позволившую ей говорить только правду и только то, что лежало у нее на душе. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет. Не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мимо розданных даров. Любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной. Ее неугасимый свет всегда со мной, везде со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть.